Медленно вытащите пистолет за рукоятку двумя пальцами. Медленно положите его на пол и три шага назад. Возвращением, хер доктор. Как вам космос? Космос клёвый. Правда, мини-мэй? Да. Доктор Зло, пока вы были в космосе, я придумал, как нам добыть гигантскую сумму легальных денег, сохранив при этом этические и деловые принципы злодейской организации. Я превратил наш синдикат в актерское агентство. Голливудское актерское агентство. Правда? Забирая у наших клиентов 90% вместо традиционных 10%, мы сможем наживаться на таких звездах, как Джордж Клуни, Джулия Робертс и Лео Ди Каприо. Лео. А самая большая прелесть в том, что у всех будут ассистенты. Салют, я номер 3. Очень рад, что буду работать с вами в агентстве. Очень здорово, номер 2. Ну, я наконец придумал идеальный план. В 70-е годы в Голландии жил Паткин. Доброе утро. Бонжур, месье. Что? Бонжур, месье. Как во Франции? Там едят лягушек, мучают гусей, мочатся на улицах. Не вижу причин вводить это у нас. Сейчас очень модно любить Францию. В моей кофейной полно французов. И все благодаря славному герою Алому Гиацинту. Он не такой уж герой, миссис Мейгенс. Не вижу причин хвалить того, кто наводнил наш Лондон пропахшими чесноком-болванами, орущими «О-ля-ля» и ждущими подачек только потому, что их папашам отрубили головы. И одна из девушек, недавно 19-летняя, она пригласила меня, говорит, давайте устроим вечер в стиле 50 оттенков. Ну, я, короче, даже помылся ради такого. Лошадь, вот. И я приезжаю, проходит ночь, и утро она спрашивает, ну как тебе? А я не знаю, что сказать. Ну, единственное, что я нашел сказать, книга лучше. Знаешь, как я понял, что это твой пейджер, Золушка-то моя? Потому что этот пейджер нашли рядом с баночкой газировки и зачитанным до дыр журналом для подростков. А я тебе на него звонил. А теперь у меня родилась гениальная идея. Видишь ли, завтра у меня выходной, и лично я буду сидеть дома на диванчике, прихлебывая вискарь, и звонить тебе на пейджер каждые 20 секунд. И если ты не среагируешь хотя бы на один вызов, я засуну тебе этот пейджер так глубоко, что ты будешь писаться каждый раз, когда он будет пищать. Шикарно, да? Держи, он тебе понадобится. Ну-ка, ну-ка, поймай, поймай свой пейджер. Давай, лови, лови.